Ты что, куришь? Нет, я не затягиваю. Блин, ну ты исполняет. Как-то одни едут, а другие нет, непонятно. Это жестяк. Так. Это было жестко. Это было очень жестко. Все. Сразу лебеду цеплять будут. В принципе, правильно. Тут уже, да, так углубили нормально. На, за ногу цепляйся. Ладно, помощь будет читать. А, да, помощь, точно. А нога, наверное, про ногу не говорили ничего. Неплохо, но неправильно. Не видели, как они как в Северодонецк ехал. Да, ну я не увижу.
Ёханый бабай! Попал по мне. Ну, шел красиво. Ну, пошел. Красиво. Вот это жжет. Молодец. Ничего не скажешь, круто. Финиш. Так, едет Витара. Нацепляется сразу. Никто не ныряет так. Метание лебедки. Какой-то новый. Да бросил. Нормальная тема. Не очень динамично, но надежно. Что только рулит? Круто. Судзука, да, ничего идет. Тут экипаж рулит, а не Судзука. Блин, тут борется человек уже минут 30, наверное, не может выехать. Судзука рулит. Сел на пенек. Ёханый бабай, на ровном месте. Ну, мы там размотали далеко так на пенек сесть. Ну, блин. Так, вроде шли уверенно. Вот это место, да. Идут все равно. Она как-то заводит и глохнет. Там уже так копнули, то ли высаживает лебедка, хотя крутит бодро. На задней передаче едешь. А, он столкнуть хочет. Столкнуть хочет. Да, сразу. Мало кто смотрит, что по краю нормальная траектория, не накопана. Так, ну квадроцикл тут на месте. По-прежнему. Подол принимает ванны, ну. Начинает вроде спасаться. Борется.
Тойоту выняли, квадр вынимают. Такую пробку устроили на этом спецучастке. Очень долго. Сузука на автомате едет назад. Сейчас вдвоем будут пробовать столкнуть. Руль ровно надо поставить. Да, столкнули такие. Да, да, под ленту, под ленту. Намотал лебеду. Намотал. Опусти лебедку. На колесо, блядь, я сейчас сказал лебедку, блядь. Забыл пилот про лебедку. Ну, один раз только мотанул. Под левый край, где Нива бежевая шла. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Вот и все. Небо и земля просто. Результативный финиш будет. Времени не хватило. Так, Тойота пошла. Разгон берет, не берет. Тут новые технологии, не только у сузуководов, метание. Добросил, молодец. Правильно идут. Все правильно. Нормально, нормально идет. И сбросило. Пусти лебедку, отпусти лебедку. Держи, держи. Канер, снур, ставь канер. Слава тянет, ну на животе провалился в колею эту все равно. Но очень медленно. Блин, ну молодцы, лебедка, конечно. Лебедка хорошая. Тяжело боролись. Машина хорошо готова. Хорошо,
красавчик. Тут лебедка и выходит. Немножко медленно, но идут. Беленький, красивый. Устал конец дня, что, блин, гоните на человека. Туда, не туда. Поехал и поехал, переедет. Красиво было, только надо было правее чуть-чуть. Ну, у них, в принципе, колеса большие, должно клиренса хватить. Пошел дельфинчик. Держится котлетка. Быстрая лебеда. Под левую, Крис. Красавчик, почти выехал. Ну, тут... ну тут четко прошли, молодцы. Все, финиш. Блин, Ленка участвует, починили. Починили. Павло, смотрите, полетал. И как этот, как настоящий батюшка, прыгнул в двухсотку и домой. Так осталось 5 минут. 5 минут. Ну как раз доехать 5 минут нормально. На якоре есть деревья, в принципе, или там можно было дальше, вот дерево есть тут, вот дерево. Ну идут, идут. Тяжело тут, конечно, такое уже там понарывали за целый день, за полдня.
Павло лично. Да, так величественно идет. Вперед на финиш цепляй сразу, на финиш. На финиш цепляй. За дерево вон впереди. Впереди дерево. Это жесть просто. Так, штурман идет. Все, поехали. Помогай колесами. Главное не заглохни. Мотай. Идет нормально. Погазуй чуть-чуть. Лебедкой. Ну, нормально. Отлично. Погазуй минуту, постой. Погазуй. Давай. Давай, мотай. Мотай. Газу больше газу. Аккумулятор новый предложить, где продают. Знаю нормальные места. На финиш ходом. Молодца, блин, вообще просто. Красава. Не успевает, я думаю, там. Ёлки, тут у них сантраки еще. Ну, красавцы. Второй еще надо найти. Процесс бывает долгий. Есть, повезло. Хорошо, когда машина большая. Раз побросал. Или пикап. Побросал и финишируешь. А тут надо попробуй засунуть еще в нее. Самому еще же надо залезть, сесть, пристегнуться. Тогда только финиш. Выскочили на ровное уже, чтобы не покатилось. Успели.
Рома, успели? Красавцы. Так, ну иду к Ниве. Ну напишите, что вы думаете про этот оффроуд. Лайки поставьте. Блин, куртка чья-то. А моя. Что вы думаете про эту жесть? Ну, день крутой был. Много хорошо готовых экипажей. Много которых уже набрались опыта, но еще не на максимальном уровне. И начинающие есть. Но всем было хорошо тут. В легендарных этих местах, где-то мой тут С7 лежит. Вот там вот он, примерно недалеко от того УАЗа. Да, короче, сейчас Ниву еще эвакуируют там. Пойдем посмотрим. Подписывайтесь, не забывайте. Лайки, колокольчик, все включайте.